Друзья, всем привет! Сегодня наш клуб будет нырять в уникальном месте. Мы находимся в Самарской области, где расположено широко известное в узких кругах Голубое озеро. Очень-очень красивое. И многие жители Самары любят здесь отдыхать, проводить свои выходные. Но по-настоящему оценить его красоту могут только те, кто умеет нырять. Или дайверы, или фридайверы. Сегодня мы будем здесь нырять и хотим показать вам всю подводную красоту этого классного и реально уникального места. Апнеа Клаб Горький представляет. С вами команда Апнеа Горький. Друзья, всем привет! И мы стартанули в Самарскую область. Знаменитое, замечательное Голубое озеро. Отлично, проведем выходные, поныряем, покупаемся в леденущей прозрачной воде. В общем, будет клево. И мы приехали на озеро, и пойдемте его сразу посмотрим. Вы, конечно, наверное, ожидали увидеть огромное Голубое озеро, но это вообще не так. Вот, это оно. Размером, наверное, ну, примерно 20 на 20 метров в диаметре. Диаметр озера примерно 20 метров. И его глубина сейчас тоже примерно 20 метров. Раньше было чуть поглубже, ну, примерно метров 25. А сейчас максимальная глубина этого озера 20 метров. В чем же его уникальность, спросите вы? В том, что это озеро с невероятно чистой водой. Его прозрачность достигает, ну, наверное, там 20-30 метров. И иногда, когда воду не взбаламутили, с поверхности можно увидеть все дно. И пойдемте, пока у нас еще нету подводных съемок, но здесь вот есть табличка, и можно все это немножко себе представить. Вот здесь на картинке показано примерный рельеф этого озера, то есть это карстовое озеро, и по сути вот берега, да, они очень отвесные и образуют собой, ну, как бы такой практически стакан с отвесными стенками со всех сторон.